Республиканская научно-практическая конференция со всероссийским участием. Актуальные проблемы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних прошла в Дагестанском институте развития образования 26 апреля. С приветственным словом к участникам встречи обратились первый заместитель министра образования и науки Дагестана Аида Далгатова и ректор ДИРО Гульнара Ахмедова. Присутствующие поднимали вопросы девиантного поведения несовершеннолетних, цифровой гигиены семьи, профилактики интернет-зависимости и многое другое. Далее конференция разделилась на секционные заседания, где обсуждались страх и тревога как чувство, формирующее зависимое поведение у детей и подростков, современные проблемы, тренды и технологии психологического консультирования в образовательных организациях и другие темы. Отметим, что организаторами встречи являются Минобороннауки региона и Дагестанский институт развития образования.